Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 9 Pro XL. И сейчас я покажу вам, как настроить дату и время. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел «Система». Выбираем «Дата и время». Отключаем «Настраивать время автоматически». И теперь вручную мы можем выбрать день, месяц и год. Далее вручную мы также можем выбрать часы и минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.